Нет, это сам. Ну так, а от в них є, вони її не пропонують цю, але коли. Ні, а ну одразу не пропонують, але потім, як ти кажеш, а там такий час, що їм не підходить, вони кажуть, а можна з шостої десь? Зазвичай приводять так десь о шостій, шоста десять, ну не пізніше по пів на сьомої, тобто я нормально все встигаю. А тут дочекався, вже прийшов сюди, без 3 хвилин сьома, вони мені дзвонять, що вони приїхали. Чому? А? Сюди 5 хвилин максимум. Не сиду, я там стояв вже. Бо треба ж це. Ну, 3 хвилини, так. Вони, ну, кажу, буду пізніше там дивитися, як вас будуть ці фарби. Бо вони самі мене, я би пізніше замов, бо вони так в центрі, вони самі просять, давайте на самий ранній час, бо потім там ці всі пробки, і я йду як на зустріч, бо я можу і пізніше. Але їм потім сюди заїхати, ну, і виїхати, то вже таке, ну нічого. Знаєш, я швидше дійду, ніж вони там заведуться, місця зрушать, під'їдуть. Тут же взагалі дуже близько. Ось ці 15 будинків. Так, ну що, у нас тут ефір нормальний, йде. Всі же наші балачки послухали. Балачки послухали. Чути. Ну так, задержались. Садимся. Ноги скрещиваем, спину выпрямляем. Ровно руки складываем под пупком. Привет. Можешь тут, можешь там. Как тебе? Там мы сами тут сегодня задержка только начинаем. Настраиваемся, выпрямляемся. Макушка вверх. Все ровное. Сжимаем область промежности, мочеполовой анальный сфинктер. Удерживаем лобанку, подтягиваем живот ниже пупка. Дышим областью над пупком. Вдох, выдох. Ровная линия от промежности до макушки. Ага.
Теперь дышим грудной клеткой, живот весь подтянуть, руки давайте на ребра. И чувствуем, как под ребрами, под руками межреберное пространство расширяется на вдохе, весь живот подтянут. На выдохе межреберное пространство сжимается. Задействуем грудь и спину для вдоха, выдоха. Живот в тонусе подтянут. Глаза опущены, смотрят на область сердца. И в груди зеленый цвет. На вдохе раздуваем, расширяем. На выдохе сжимаем. В области промежности красный цвет визуализируйте. Под пупком оранжевый. Над пупком желтый. И дышим зеленым в грудной клетке. Выдох. Еще пару дыханий. Задействуем грудную клетку и спину. Живот подтянут. Чувствуем под руками расширение грудной клетки и сжатие на выдохе. Еще раз дыхаем. Так, одна рука на грудь, другая на живот, полное дыхание. Грудь, живот и спина равномерно одновременно расширяются. И мы это чувствуем руками спереди, во всяком случае. Всем объемом легких, одновременно вдох и выдох. Свободно и максимально глубоко. В конце выдоха делайте акцентированный довыдох. Вдох, грудью, животом, спиной одновременно. Стараемся контролировать процесс вдоха, вдоха и выдоха. В конце выдоха акцентированный довыдох. И опять вдох. Спина ровная. Сжата промежность, живот подтянут под пупком. Дышим всем объемом легких. И в конце выдоха акцентированный довыдох. Делайте так, чтобы было слышно вам. И опять вдох, еще пару таких полных дыханий, старайтесь отпустить лишние мысли, осознать свое дыхание, научиться им управлять, выдох за выдохом, еще раз вдох, полным животом, грудью, спиной, выдох за выдохом в конце. Руки кладем на колени, соединяем указательные большие пальцы, вдох, глаза в межбровье. Макушка потянулась вверх, выдыхаем половину объема легких. И делаем капалабхати, глаза направлены в межбровье. Импульсное дыхание, резкий выдох, пассивный вдох. И брюшная стенка. На выдохе внутрь, на вдохе вперед. На выдохе внутрь, на вдохе вперед ритмично. Достаточно, вдыхаем, вот, два, три, четыре до пяти, пять, выдох, два, три, четыре, пять, руки держатся за колени, до выдох, наклон вперед и втягивание живота, вакуум, максимально втянуть и удерживать.
Рядом сжимается промежность корневой замок, плечи к ушам, подбородок груди, спина округлилась, лопатки в стороны, ноги старайтесь ослабить. Держим, держим задержку. На выдохе втягивание живота. Максимально еще сильно отдохните. Тяните. Живот, выдох, да, выдох. И выпрямились, вдох. За 5, 2, вдыхаем 3, 4, 5, задержка. Теперь на вдохе, пошевелите плечами, почувствуйте, что дыхательный объем легких наполнен, расширен. Откачиваем легкие, набираем в рот воздух и проталкиваем его в легкие. 2, сорбаем как воздух. 3, 4, еще раз. Задержка. Чувствуем, как дыхательный объем расширился еще больше. Еще подкачиваем. Раз. Да. Два. Три. Четыре. И. Так, хорошо. Выпрямьте спине, макушка вверх. Плечи расслабьте. Расслабленными кистями простукиваем по над грудью и по ребрам по бокам. Над грудью по бокам. На груди и по ребрам, на груди, все на задержке после вдоха, не дыша. Хорошо, и выдыхаем. Раз, два, три, четыре, пять, да, выдох. И задержка после выдоха, простукиваем теперь на задержке после выдоха. На груди, по бокам, хорошо так шлепаем, чтобы было ощутимо. За грудью, по бокам, и неактивно. Хорошо, до выдоха и свободно дышим. Вдох. Макушка вверх, выдох вниз. Свободно дышим. Можно поменять ноги, чтобы не затекали. Скрещение ног. Выдох, свободно, осознанно, глубоко, в конце выдоха, да, выдох, акцентированно. И опять вдох. Макушка вверх, глаза вверх, выдох, глаза вниз, внимание вниз, в конце выдох, акцентированный, да, выдох. И опять вдох. Корневой замок держим, сжимаем промежность. Прилегающие сфинктеры, выдох. Выдохом. Свободно, поглубже дышим. Останавливаем дыхание. Еще пару раз. Акцентированный до выдоха. В конце. Еще раз вдох. Глубоко. Макушка вверх, глаза в межбровье. Выдох. Выдохом акцентированным. Хорошо, руками держимся за колени, вдыхаем носом. Голова вверх, грудь вперед. Выдох через рот, язык наружу. И дышим ртом тихо, мудро, вдох, выдох. Ртом вытягивайся языком подальше груди. Максимально широко открывайте рот, максимально далеко наружу язык. На вдохе стараемся шире сделать горло, открыть его. На выдохе язык дальше наружу. Два. Выдох. Еще несколько таких полных дыханий. Хорошо, когда горловое сопение слышно. На круглые плечи к ушам, подбородок груди, глубоко вдох, шире горло, выдох язык дальше, и еще раз, глубоко вдыхаем, шире горло, выдох дальше, язык наружу, да, выдох, со вдохом поднимаем голову, втягиваем язык, трижды стергаем воздух, раз, два и три. Короткая задержка на вдохе. Сглатываем слюну, расслабляем горло.
Выпрямляємо спину, отстраиваем ровную линию внутри тела от промежности до макушки, выдыхаем через нос. Полный выдох, достаточно быстрый, за выдохом в конце. И начинаем вдох. Два, три, вдыхаем. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, до 27, 9, 10, 11, вдыхаем. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, вдыхаем. 19, 20, 21, 22. 3, 24, 25, 26, 27, выдох, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Да, 23, 24, 25, 26, 27, еще раз, да, 2, 3, 4, 5, дыхаем, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, вдыхаем, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, выдох, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 и 27. 3 свободное дыхание. Шея сзади расслаблена, голова расслаблена, вдох, выдох. Приятное состояние в голове. Еще раз вдыхаем. И выдыхаем. Распрямляем ноги. Встаем. Стопы врозь. Брюшная помпа стоя. Пригибаем колени, локти. Расслабляем шею. Вдыхаем поглубже. Полный выдох делаем. На выдохе задержка. И прокачиваем живот. Втягиваем, выталкиваем. Втягиваем, выталкиваем ритмично. Брюшная полость стягивается, выталкивается внутрь, наружу. С максимальной амплитудой. Сколько хватает задержки после выдоха. Перед вдохом делаем до выдоха. Живот выталкивается. Руки вверх. Вдох. Так, с выдохом. На носки поднимаемся, вдох, руки вверх. Выдох. Так, и еще раз вдох, руки вверх. Останавливающее дыхание. Выдох вниз, второй повтор. Округляем спину, расслабляем шею. Задержка дыхания. И поехали. Втягиваем, выталкиваем живот. Максимальная амплитуда. Перед вдохом на выдох. Прогибаем. Вдох. Живот вниз, копчик вверх. Выдох. Округляем спину. Расслабляем шею. Вдох. Прогиб. Выдох, округление. Вдох, прогиб. Выдох, округление. Задержка после выдоха. Прокачиваем. Третий раз. Живот втягиваем, выталкиваем ритмично. Вверх, вниз. Максимально.
на задержке после выдоха. Прокачиваем внутренние жидкости, лимфу, кровь, массируем внутренние органы. Активизируем питание своего организма, его выведение из него ненужных веществ. Подъем, вдох, руки вверх, выдох, вниз, руки. На носки поднимаемся, вдох, руки вверх, подтягиваемся. Раз, два. Один. Ой. Еще один повтор. Отпускаем спину. Расслабляем шею. Задержка после выдоха. И поехали. Тягиваем, выталкиваем. Тягиваем, выталкиваем. Переднюю лишнюю стенку. Застойный элемент в брюшной полости. Выводим. Перед вдохом до выдох. Живот. Выдох, напряги, вдох. Выдох, округление спины. Голова вниз, вдох, голова вверх, живот вниз, прогиб, копчик вверх, колени присогнуты. Выдох, округление спины. Еще раз, вдох, прогиб. И выдох, округление. Поднимаемся, руки вверх. Два. Хорошо. Складываем ладони вместе. Потянулись, выдох, руки вниз. И стоп оставим. Вместе. Пятки чуть-чуть брос, носки вместе. Колени присогнуть, таз подвернуть, чтобы плоская была поясница. Руки вверх. Два. Ладони друг на друга, смотрят вес на пятки. Плоская спина, носки вместе. Вместе. Выдох. Широкий в сторону, живот вниз. Два. С выдохом выпрямляем ноги и поднимаем вверх левую ногу, на правой стоим. Вдыхаем. Лопатки сводите. Выдох. Руки вперед подаем. Два. Носок оттягиваем сзади. Стоим, стоим, стоим. Выдох. Хорошо. Пригибаем опору ногу. Стопы приставляем вместе. Вдох, руки в стороны. Живот вниз. И с выдохом подъем. Исходное положение с присогнутыми коленями. Два. Вверх. Вес на пятки. Выдох. Живот на бедра, руки в стороны. Два. Выдох. Выпрямляем ноги. И поднимаем теперь правую ногу на левой стороне. Носок на себя начали. Вдох. Руки в стороны. Лопатки сводим. Выдох. Ноги стараемся выпрямить. Смотрим в пол. Вперед. Руки носок оттягиваем сзади. Два. Поднимаем. Выдох. Изгибаем опорную ногу, стопы приставляем, руки в стороны. Два. Спине прогиб. Выдох. Руки вверх. Поднялись. Потянулись назад, прогнулись. Опускаем руки на пол возле стоп. Два. Лом подтягиваемся к коленям. Колени чуть-чуть могут быть присогнуты. Выдох. Распрямляйте по чуть-чуть ноги. Живот лежит на бедрах. Если получается ноги выпрямить, руки сдвигаем дальше назад за пятки. И сейчас больше на носки. И лбом тянемся к голеням. Можно с присогнутыми ногами. Хорошо, руки вперед. Перед собой ноги присогните.
Втягиваем приседания в этом положении. Присесть, бедра параллельно полу. Встать, ноги вверху не распрямляем до конца. Присесть, бедра параллельно полу. Встать, не распрямляя до конца ноги. Присесть, поясница чувствуется вытяжение. Руки перед собой держатся за пол. Ноги вверху не распрямляем. И 20 раз. 7, 8, 9. Хорошо, руки на месте. 10, 11, 12. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Раз, 20. Хорошо. Уходим руками в начало коврика, ногами в конец коврика. Делаем верхний упор. Поднимаем голову, макушка потянулась вперед. Колени подтянуты. Выдох. Вдох. Раз. И выдох. Левой ногой шагаем к левой руке. Правая нога задекается на колено, на подъем. Теперь левую ногу смещаем левее, левее, до кромки коврика, а руку левую ставим сюда внутрь, перед ногой. Левое колено в сторону, носок левый смотрит в сторону влево. Задняя нога на колени на подъеме, нога согнутая в сторону направлена. Отжимания делаем. Такие не простые. Но активизируют руки и будут тянуться ноги. 20 раз. 5, 4, 5. 6, плечи старайтесь вперед больше поддавать. 7, 8, 9, можно носок чуть-чуть больше в сторону. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, еще раз, 20. Хорошо, ходим ногой назад. Оп. Носки прямо в пол, верхний упор. Носки на ширине таза, плечи над ладонями. Пальцы рук смотрят четко вперед, вдыхаем. Таз подвернут. Пустая поясница, выдох. Еще раз, да? Опускаемся на колени. Левый носок оттягиваем. Правая нога вперед. В руке и вводим ее к кромке коврика. Правая рука перед ногой. Тут с внутренней стороны носок. В сторону. На колено сзади отперлись. Отжимаемся. Опустим. Поднялись. Раз. Два. Три. Четыре. Плечи больше вперед. Пять. Шесть. Семь.
8. Девять, носок в голову, по голову. Артем, что у нас носок лежат? Есть его. Нажимаем. 11. Не отрываем носок. Это важно. 19, еще раз. 20, хорошо, много назад. Вторая носки на ширине таза. Руки на ширине плеч. Колени подтянуты, отдыхаем. Выдох. Еще раз. Уходим. Собаку мордой не стопы, чуть вперед, копчик вверх, пятка вверх, пятка вниз, живот к бедрам, лопатки слились, шея расслабилась. Тянемся за копчиком, еще раз. Плечи вперед. Вдох. Правая нога вперед. Левая назад. Колено согнутой ноги четко прямо. Смотрит, поднимаем. Дыхаем. Прогибаемся. Животом на бедро ложимся, сзади делаем кистевой замок, правой рукой за левое запястье и поднимаемся. Прогибаясь в спине, вытягиваясь назад, на сторону согнутой ноги не падаем, на сторону прямой ноги вес. Подбородок приподнят, смотрим в потолок. Выдох, работаем мышцами спины. Вдох, назад мы подтягиваемся. Руки должны выпрямиться в локтях. Отрывайте их от себя, приподнимайте. Выдох. Садите максимально лопатки. Поставимся вперед опять. На согнутую ногу меняем замок за спиной. Другая рука сверху. Поменяем. Прогиб. Назад потянули. Шею сзади не зажимаем. При этом подбородком тянитесь вперед, чтобы шея сзади не была зажата или залома в ней не было. Еще раз вдыхаем. Больше назад. Выше руки. Лопатки свелись. Хорошо, наклон. Вперед. Опираем руки перед собой на руки. Хорошо, поставьте колени вместе, округлите спину. И эту же ногу, которая была впереди согнута, подтяните коленом к лицу. Руки отталкивают пол, выдыхаем. Да. У кого хватает сил, колено ноги, которая сзади, отрывается от пола. Еще раз вдох. Если тяжело, на колени можно делать. И выдох. Опустим. Колени, другая нога вперед. Оп.
Смотрит прямо. Согнутое колено. Прогиб. Но вес на сторону выпрямлены сзади ноги. Выдох, наклон вперед. Сзади. Пальцевой замок. Сжали. Выпрямили локти. Либо сжимаем основание ладони, либо выворачиваем, если получается. Вдох. Локти в любом случае должны быть прямыми. Ждем. Ну, конечно, это странно. За спиной. О, выпрямляем, выпрямляем локти. Шея прямая, не зажата сзади. Отрывайте руки от себя. Более отлично. Еще раз два. Вот. Меняем за спиной пальцы. Смещаем на один. И поднимаемся опять. Позу. Позу голубя. Вдох. Подбородок приподнят, шея сзади свободная, мягкая. И выдох. Вдох, вес на сторону прямой ноги. Старайтесь ноги расслабить. И выдох. Отправим руки в пол. Уходим ногу назад. Колени вместе. Отталкиваем пол от себя. Вдох. И с выдохом эту ногу, которая была впереди, левую подтягиваем к лицу. Если хватает сил, отрываем ногу, которая сзади опирается на колено. Вдох. Если тяжело, на колени делаем. Выдох. Вот. Еще раз вдох. Опускаемся. Вот. Гид. Объем. Убираем икроножные мышцы. И садимся в вирасану с выдохом. Колени вровень. Стопы обнимают ягодицы. Ягодицы на полу. Либо кирпичик подкладываем. Макушкой вверх потянулась. Правая рука на левом колене. Левая рука за спиной. Крутка в вирасане. Либо рука за спиной. Либо если получается... Дотягиваемся до бедра разноименной ноги. Доворачиваете таз, выпрямляете поясницу, подбородком тянитесь к левому плечу, колени врозь, ягодицы на полу. Лиля сидит на местах. Шире, 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 стопы. Ягодицы на пол. Еще. И таз подворачиваем, чтобы поясница была прямой. Вот здесь скрут. Другую сторону скручиваемся. Левая рука на правом колене, правая. Либо за спиной, либо дотягивается до бедра разноименной ноги. Разворачивайте таз, сжимайте корневой замок. Вот, еще раз. Хорошо, выходим. Из этого положения.
коліні сімуть. Руки вверх, да? Протягнулись. Прогнулись чуть-чуть. Уводя руки максимально назад. Выдох. Руки на пол. Носки упираем. Пол. Вот, садимся на пятки. Стопы вместе. Ставим правую руку за спиной. Левой рукой вверх и назад. Потянулась. Чувствуем сжатие в правом боку. Вытяжение стоп. Руку водите назад, назад, назад. Если натягиваетесь, можно под руку что-то поставить. Угу. Хорошо. Попробуйте таз оторвать от стоп, от пяток. Поднять вверх таз. Еще сильнее сожмется правый бок. Выдох. Смотрим в потолок. Опускаем таз. Левая рука вверх. Меняем сторону. Теперь левая рука за спиной. Правая вверх. Сначала таз на полу. Потянитесь. Привыкните к этому положению. Уведите руку подальше назад. И когда вы готовы, с выдохом поднимаем таз. Чувствуем теперь сжатие в другом боку. Голова у нас назад, шея тянется хорошо. Выходим из этого положения, рука правая вверх. Носки оттягиваем себя. Руки прям обе за спиной. Вдох, пальцы рук назад. И с выдохом таз вверх, голова назад, плечи назад, грудь вверх, солнечное сплетение вверх, дыхаем, таз поднимается над ягодицами, выше, 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 еще раз вдох. И выдох. Выше таз. Хорошо, выходим. Из этого положения поднимаем голову. Вдыхаем. Руки перед собой опираем. Носки. Оп, пойдем. И уходим в наклон. Стопы вместе, локти переплетаются. Вес на носки, колени можно присогнуть, если нужно. Живот лежит на бедрах. Вытягиваемся, вдыхаем. Поменяйте руки, переплетение рука, другая рука сверху, в локтевом замке. Хорошо, изгибаем колени, раскрытаем руки прям. Руки на пол, колени на пол. Поднимаем голову. Носки оттягиваем, левая нога вперед. И правая рука у нас опорная. В разных плоскостях у нас левая пятка, правое колено и правая рука, все на разных полосках как бы стоит. Поднимаем вверх левую руку и вытягиваемся. Взгляд прямо, шея у нас слева расслабляется. Рукой опорный пол отталкиваем, ногу стараемся выпрямить. Другая рука лежит. Другая. Во. Одна рука назад.
Хорошо, шею расслабляем, голова вниз, ладонь вниз направлена. Отталкиваем, постараемся распрямить ногу, которая выпрямлена перед собой. И рукой еще тяните, чтобы почувствовать вытяжение в левом боку. Два. Еще раз. Пройтись, расслабиться зона, где идет вытяжение. И выдох, рукой опорной. Оттолкните сильнее, верхнее плечо больше назад. Разверните рукой, потянитесь, которая у нас сверху, расслабьте шею. Выходим из турбаши. Меняем ногу. Раз. Правая вперед. Носок на себя, сзади носок оттянут у нас. В разных полосках стоят нога, колено и опорная рука. Отталкиваемся опорной рукой. Выталкиваем вверх правый бок. Шею расслабляем. Вдох. Смотрим прямо перед собой. Расслабляйте шею, правый бок. Ногу выпрямляйте под коленом. Тоже старайтесь расслабить прямой ноги. Вдох. Плечо, которое вверху, старайтесь водить назад. Выдох. А то, которое внизу, чуть вперед. Еще раз вдыхаем. Тянемся, 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 тянемся. И выдох. Расслабляемся, удлиняем места, где идет вытяжение. Шея расслаблена. Плечо назад, верхнее. Хорошо. Проходим с этого положения. Ну, ложимся на спину. Носки оттягиваем от себя. Руки в кулаки, сжимаем, упираем локти в пол. Отталкиваемся локтями. Поставьте локти как можно плотнее к корпусу. Плечи вниз, плечи могут тоже опуститься на пол. Шея ровная, вдох. Толкаем лопатками грудь вверх, таз подворачиваем. Корневой замок сжимаем. Выдох, шея ровная. Выталкивайте лопатками грудь вверх, локтями. Изо всех сил толкаем пол. Руки должны быть напряжены. Кулаки плотно сжаты. Выдыхаем. Выдох. Опускаем спину на пол, носки на себя натягиваем, поднимаем голову, плечи, поясницу на пол, вытягиваемся до груди. Но руки держатся ниже ягодицы, бедра, поясницу на пол, выдох. Пальцы переплетаем и толкаем голову. Пресс работает. Локти плотно обняли голову. Лопатки в стороны. Вдыхаем. Пресс работает. Шея тянется. Выдох. Ноги вверх. Носки оттянули. Вдох. Поясница на полу. Если тяжело, можно ноги присгибать. Если нормально, пресс тренированный, тогда ноги прямые. И толкаем, толкаем, толкаем голову вперед. Хорошо, носки на себя, пятки на пол. Меняем пальцы. Опять голову вперед руками. Пятки сначала на пол натянуты на себя, носки. Вот. Выдох. Хорошо, хорошо.
Хорошо, хорошо, хорошо. Ноги вверх. Оттягиваем носки, переключаем два. Поясница прижата к полу. Можно присогнуть ноги, если тяжело. Если и выдох. Изо всех сил голову вперед, чтобы почувствовалось вытяжение в шее. Опускаем пятки. И затем. Руки в стороны. Правая нога. Сгибается, остается справа, таз справа, сдвиньте. Левой рукой берем правый носок и стучаемся с прямой ногой. Левую сторону, лицо на правую руку смотрим. Стараемся ногу выпрямить. Вдыхаем. Выдыхаем. Вдох, еще раз. Старайтесь снова выпрямить. Плечо на полу, выдох. Хорошо, в другую сторону. Точно так же скручиваемся. Раз по центру левую ногу. Сгибаем. Смещаем влево таз. И скручиваемся. Право. Лицо на левую руку смотрит. Выдох. Носок за носок держимся, чтобы нога вытягивалась. Подходим. Выдох. Ладонь. Можно присогнуть ногу. Во. Ладонь выпрямленной руки. Слева вверх разворачивается. Выдох. Вдох, еще раз. Выдох. Хорошо. Выходим. Из этого положения пойдем. Таз по центру коврика обнимаем. Ноги и покачиваемся. Вперед и назад. Вперед и назад. Ну вот креста до лопаток. Садимся. Ноги перед собой. Оттягиваем руки за спиной, пальцы назад. Опираем грудь вперед. Проталкиваем. Выдыхаем. Корневой замок сжат. Выдыхаем. Выдох. Голова назад, плечи назад. Таз подвернут. Глаза смотрят в межбровье, вдох, следите, чтобы плечи уходили далеко назад, а лопатки толкали хорошо грудь.
Вперед, выдох, таз при этом подвернут. Еще раз вдох, плечи назад максимально. Выдох, еще плечи назад больше. Вот, отталкиваясь руками от пола и выдох. За подбородком потянулись, подбородок вверх, за ним поднялась голова, носки на себя. Вот мы бедра. Руки вверх, да? Оттягиваемся. За руками ладони складываем над головой, сжатые вместе. Ладони опускаем в груди, после чего живот прижимаем к бедрам. Беремся за носки руками и потянулись вперед макушкой, животом. Отталкивайте бедра. Расслабляйте шею, плечи. Вдыхаем, разводим лопатки. Стороны. Шею расслабляем, голова вниз. И макушка вперед. Локти вниз. Отрываем. Старайтесь согнуть локти. Натянуть на себя лучше носки. Шея расслаблена, макушка вперед. Выдох, живот толкает бедра. Плечи вниз, локти вниз. Ноги сзади потянулись, ягодица и спина. Со вдохом подъем. И ложимся. Отдохнуть чуть-чуть с выдохом. Пятки вытолкнули. Расслабьте плечи, шею. Голову поднимите руками, расслабьте шею. Помассируйте волосяную часть таким движением пальцев рук. Разминаем. Хорошо, руки вдоль тела. Ладони вверх, плечи расправились, пошевелительно таз расправился, пятки вытолкнули. Глубоко вдохните. И с выдохом расслабьте свое все тело. Чувствуем легкость, расслабление, покой, умиротворение, тишину внутреннюю, тело воздушное, парит в воздухе. Чувствуем расслабление, легкость, покой, тишину. Расслабились нижние конечности, верхние конечности. Туловище, плечевой пояс, голова. Мимические мышцы на лице, головной мозг, глаза, все тело легкое, полностью расслаблено. Отдыхаем.